приехали в разведку. По карте нашел озеро, посмотрим, что за оно. Есть ли там вода вообще, показывает. Такой размер, 100 метров. Лес, классно. Лесное озеро должно быть. Сейчас посмотрим, что. Красоты Беларуси. Какие кормушки классные. Вот это да. Лесное озеро. Линь-карась тут будет по-любому. Так, с той стороны мостик есть какой-то. Надо туда добраться. Кто-то есть на машине? Мы не одни. Я думал, никого не будет. Да, озеро не маленькое. Классно. Называется Дятлова кузня. Здесь дятел шишки кушал. Сильно. Никит, смотри. Вот сюда он шишку ставил. Никит, смотри. Вот так ставил. Садился сюда, а вот одна осталась даже. Садился носиком так тук-тук-тук-тук-тук-тук. Березка. Добрались до мостика. Классно. Стойте там. О, гриб. Масленок, что ли? Ну, смотрите, маслята уже растут. Нет, или да. Ну, похож. Похож, очень похож. Больше нет. Гриб, да, масленок. Да, пахнет маслятами. Смотри, вот еще. На грибок. Понюхал. Так. Постойте. Конструкция такая надежная. Недавно сделали. Относительно. Мальки ходят. Да, рыбы тут будет много. Только ее... ловить неудобно. Можно сделать окошко, прочистить. Там, закормить. Класс. И вот отсюда ловить. Или зайти по пояс в воду и снимать. Установить камеру там. Закормиться. Красота будет. Линь-карась. Так, посмотрим, что там дальше. Вот тут еще лучше, чем было там. Мостик. Так. Это что, плот? Это мостик, который слетел с опор. Трава. Будто сетями тягали. Вот. Место для рыбака, для меня. Малька очень много. Кто сидит? Муравей? Букаш. Да тут много красных. Ну как вы думаете, стоит сюда приехать? Попробовать половить. Я думаю, стоит. Вообще живописное место. Такое сказочное. Классно. Только что-то сегодня очень много мух. Оводы слепни. И обычные мухи. Идем дальше. Вокруг озера сейчас пройдем.
поедем назад. Смотрите, кто здесь у нас. Гусеница это у нас. Гусеница. Канал телевизора Тимок ТВ. Всем пока. До новых встреч.